Студенты бросили вызов правительству на ледовой арене. Команда Кабинета министров Чувашии и сборная высших учебных заведений скрестили клюшки в товарищеском матче. Подробности у Дмитрия Ковалева. «Скала», «Коопер», «Академия», «Мамонты». Против Кабмина брошены лучшие силы 4 вузов региона. Популярность хоккея среди студентов республики набирает обороты. Все команды – недавние дебютанты, но ребята уже грезят о ВХЛ. Несмотря на плотный учебный график, постоянные тренировки на льду. «Пока играем, результаты потом будут. Коля, не стой! Коля, на центр! Играем. Коля!» «С детства на коньках стоял, поэтому...» «Нравится этот вид спорта. Игра. Подготовка к этой игре продолжалась не одну неделю. Несмотря на статус товарищеского, матч по накалу страстей не уступает финалу чемпионата мира. За студентов болеет большая группа поддержки на трибунах, и яблоку негде упасть. Счет в игре открывает команда правительства за 2 секунды до ухода на перерыв. За команду правительства играет и глава региона. Михаил Игнатьев отмечает, что сборной Кабмина достались непростые соперники. У студентов было немало шансов открыть счет. Сплоченные студенческие команды. Пятерка, когда выходит, видно, кто как играет. Здесь практически собраны самые лучшие студенты, которые любят хоккей. Я рад и счастлив, что тоже мне дают возможность с ними поиграть. Понимаю, не поддаетесь. И они не поддаются, и вы не поддаетесь. Ну, у нас же товарищеский матч. Кто вышел на лед, они практически все себя победили, во-первых, да? Духовно, физически. А во-вторых, то, что эмоции получаем, вот это здорово. Ну, защитники отстают. Как и я сам, честно говоря, не ожидал от них. На самом деле мы играем просто недавно, и как бы у нас опыта немного по сравнению с остальными вузами. Ну, мы стараемся. Ответная шайба ворота Кабмина в начале второго периода. Отличилась великолепная пятерка кооперативного института. Но и команда правительства не уступает, забивая одну шайбу за другой. Спортивный азарт бьет через край. Ректоры вузов, болея за студентов, срывают голос, но все же обещают не наказывать за поражение. До победного надо бороться. Хоккей такой вид за 3 секунды забрасывает, поэтому мы верим в студентов. За проигрыш ругать особо не будете? Особо не будем. Как это часто бывает, в товарищеских матчах победила дружба. После финальной сирены команды пообещали встречаться на льду чаще. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.